Фух. Фух. Страшно. Фух. Да ладно, с другой стороны, сейчас запущу, а следующий стрим в воскресенье. Сразу так, оп. Шкибиди доп, 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 ес, 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 ес. Лёша, ну... Че, дурак, что ли, вообще? В чате пишут. Нормально все там? Так, все. Вот он я. Наконец-то, ура. Ха. Ну, мне не видно чат. Вот такой вот. Ну вот он я. Я в чат смотрю, если что, мне страшно. Мне урод пишет. Сам урод, понял? Это одно сообщение, там 1000 сообщений, краш. А оно так в жизни и бывает, что ты не замечаешь. Ну, короче, все. Фух, все. Сейчас, короче, что мы будем делать? Мы будем играть в Minecraft Hardcore. Сегодня лайтовый стрим. Огромное спасибо, реально. Ты кто такой? Что за нет, Егор Крид? Верните мне прошлого Фыфыва. Вообще-то, прошлого Фыфыва не было. До этого я не знаю, кого вы смотрели. Кого вы смотрели, я без понятия. И какой Егор Крид? У меня вопрос. Какое я имею отношение к Егору Криду? Фух, как страшно. Ты мне шаги из Скуби-Ду напоминаешь. Из фильма. Про шаги из Скуби-Ду. А ты на Скуби-Ду похож. Ау, какой красавчик, Дайномирок, я люблю тебя, не могу поверить. Спасибо, Хихи 23. И спасибо, Мясо 147. Все. Фух, как страшно. Черти ебучие, блядь! Чё нахуй? Обосрался, блядь! Куда бежишь, чмо ёбаное, блядь? Хуй соси, нахуй! Педик, блядь! Сюда иди, нахуй! Куда убежал, блядь? Писькогрыз вонючий, нахуй! Сервер завис! Хуй лопаны, вы такие хуесосы ебучие, блядь. Я надеюсь, вас так же в жизни выебут, блядь. И лама вам ебло обхаркают, блядь. Гэнгбэнг, ёбаный, устроит, блядь, в очко. Возьми тотем. Блядь, охуеть, спасибо. Ай, сука, с читом только хуесосы играют. Статистика показала, учёные, блядь, подтвердили. Ай, блядь, уебан-ебаный. Чё, куда ты побежал-то, девочка? Ты, девочка! Стой! На войне стой, будешь говорить! Чё ты хочешь, блядь? Ханки-буи. Стой! А, крыса ебаная! Пидор, блядь! Крыс волосатый, сука! На нахуй, въебало! Заебал меня, чмо, блядь! Всё, погнали проходить карту подписчика. Вот, КФФ. Погнали. Он сказал, что это его одна из первых карт. Первая его карта. Ну, одна, наверное, из первых. Я не знаю. Но в любом случае, мне приятно. Челик постарался. Давайте мирную поставим. Все, го. На, блин. Погнали. Все, заебись. Не, ну это легко. Вот это легко. Это легко. Идем дальше. Так, тут уже типа паркур. Новое движение. Путь самовыражения. Молодежное течение. Погнали. Иди сюда, гондон ебучий. Все, нахуй. Куда побежал, пиздюк? Пидорас! Он мне надо, блядь. Гондон ебаный, жителя хотел укусить. Так, сейчас пройдем, блин, эту карту. Блин, не повезло, капец. Сейчас. Опа. О, есть! Ху-ху! Изи. Опа, самое сложное. Ща, вот видите, вот я сосредоточился на прохождении карты и, блин, повезло. Сейчас. Хорошо, допустим, без геймода, но самое главное, это мотиваторская песня.
которая мотивирует любого человека, который занимается паркуром. Погнали. Тут. Так. Опа! Сейчас. На F5. Изи, смотрите. Сейчас. Музыка, мотиваторская песня, она мотивирует. Паркур, новое движение, путь самовыражения, молодежное течение. Сделай уважение, делай то, что хочешь, будь самим собой, в мире уличного спорта, окунись головой. Паркур. Да чё за хуйня, ну как эту залупу ебаную пройти, блядь? Блин, капец, гамми моде, сука. Блядь, наебать хотел создателя, сука. Не понял. Ха-ха, лох. Пидорас, успел гейммод прописать. Петух ебаный, иди отсюда. Пошел нахуй. Иди нахуй. О, ломает. Закрой себя там и сиди. Сука, хуесос. Пидорас. Иди нахуй. Ну не надо ставить по всему региону, не надо! Нет! Так, погнали, Нир, что за видео? Да там, блядь, чувак задонатил 150 рублей, типа размещение медиа, и там, блядь, видос, как презервативы надевают на писюн. Еще и говорит, покажи. Покажи. Спасибо огромное за донат. Покажи, блядь. Фыф, ты посвящен в лоха копченого. Как дела? Пошел нахуй, Фредж. Спасибо за 37 рублей, у меня все нормально. Не, ну посмотрите, ну нормальные люди. Ну нормально вообще? Сейчас, блядь. Сюда иди, сука! Заебал, блядь, пидорас! Стой нахуй! Нахуй ебал, блядь. Ты тоже сюда иди, блядь! Тыква ебаная! Заебали, пидорасы ебучие! Сюда иди, сука! Ко мне, блядь! Ой, блядь, сука! Гнида ебаная! Ебать, хуесос ебучий! Вот что, нахуй. О, спасибо огромное, сказал. Сука, донат, блядь, пидорас, иди нахуй со своим пернеухом. Хуесос ебаный, блядь. Пидорасы эти мешают, блядь. Донат хуёбищный. Иди нахуй, сейчас тебе в ебало перну, блядь. Чё это муха ебучая летает тут, блядь. Хуесос ебаный. Пошли нахуй, блядь, дайте тут, блядь, дай. Я же знаю, что он где-то тут, блядь. Хули ты такой злой? Да потому что заебали. Сука, я, блядь, нормально говорю, за мной нахуй не бегать. Они специально за мной бегут, меня агрят нахуй. Педики.
У меня есть кирка железная, я в шахту. Привет, Сисян. Я просканировал твой штрих-код на футболке, и у меня открылся сайт гей-клуба. Ты заднеприводный. А? Осуждаю, во-первых. Я осуждаю максимально такие выражения. Во-вторых, этот штрих-код не сканируется. Я не знаю, что у тебя там отсканировалось. Можно, пожалуйста, роспись от Фира? Роспись от Фира, хорошо, я ему там ссылку передам. Обязательно сделаю. Так, значит, привет, Сисян. Во-первых, где ты видишь Сисяна, если я худой? Я худой. Где Сисян? Где? Привял. Надеюсь, где возвращение стримов не как у Андрея. Точка. А также будут ли прохождения игр? Как когда-то. Когда-то будут. Привет, Фефир, Ферфир и Сосиска. Сосиска, позови Фриджей Кирилла, пожалуйста. КСТА, в каком городе ты живешь? А все те, кто оск сосиску, идут на хайкрат. Черт, подождите, я ничего не понимаю. На здорово, какого здорово. Мне надо ответить? Ну, сними маечку. Да какую маечку? Угомонись, мальчик. Какую маечку? Это футболка, во-первых. Какую маечку? Привет, Фуфы. Хочу передать привет своим друзьям Няшечкам, Ренату Махнаду, Жене Боровеву, Андрею Шубиби, Стосу Миловидному и Владу Крапиву, Месси, а также легендарному Амиру Про. Передай привет, пожалуйста, крутым чувакам. Мур, больше чем три. А есть Влад Подорожник у тебя там? Спасибо большое за 5555 рублей. Спасибо большое, Харек. Как дело? И помнишь еще нас? P.S. Если что, Ксурек, подчеркивание, тот, который Данил ранее не настоящий был. Понял, да, конечно, помню. Можно мешали мне снимать. Вот тут опять мальчики. Что-то танцует тут. Так, а чё? Какой шкаф? Во-первых, это комната. Я же уже сказал кучу раз. Это комната. Это алло, комната. Алло. Нам золото надо? Кто-то цепи себе сделает или нет? Не, нам золото не надо. Нам надо только железо. Я уже нашёл, уже всё добыл. Пыв, есть? Посади это ягоды. Давай. Вот так вот. Оп. Блин, жесть, тишина. Аж это как-то непривычно. У меня тут пещеры шумят. Так. Не, у меня тишина вообще. Тихо. Да. Скучно без Тома. Тома. Какая Тома. Ай! Ой. Чего? Ты вообще придурок или что? Я думаю, ты можешь возродиться, это не считалось, никто не видел. А я возродился? А как я возродился? А как ты возродился? Так ты в смысле, ты возродился? Какого хуя бабайка из моего шкафа стремит? Какой бабайка, это не шкаф? Какая-то руина, пиздец. Что, довыращивался ягод? Ягоды. А как мне превратиться? Чат, не присылайте больше фейву танцующих мальчиков. Они его провоцируют. Нормально. Просто не круто танцует. А может мне нравится BTS, а? Ай! Че меня бьет? Че, дурак? Пошли вниз. Что? Сейчас, подожди. Так, стоять. Что ты там говоришь, ГГ печенька? Что? Ого, эфир. Это я. Зачем ты мне говно сбрасываешь? Ты охренел? На, забирай свое, иди с ним, гуляй. Нет. Не слышно ничего. Осуждаю, осуждаю. Это правда, что тебя в школе головой в унитаз окунали? Любитель мужских стонов? Чатик, как вам песенка? Нормально все? Осуждаю максимально. Привет, Фифиф. Я твой олд, смотрю тебя с 3 месяцев. Ты крутой, у тебя хаос и контент. Удачного стрима. Спасибо, улитка. Ах ты ж козел, а. Во, козел.
О, тут Джейс Фир работает, Фир работяга, реально. Давайте, давайте, копайте, помогайте. Все, я помогаю. Ты охренел, садись-ка, ну давай. Я кирку искрафтить. Тут железо, как будто нашел его. Интересно? Ну, песня крутая. Спасибо, спасибо. Не, песня прикольная, реально прикольная. Печенька. Ну. О, господи. Осуждаю. Привет, Фыф. Рада, что ты вернулся. Хорошего стрима меньше, чем три все таки. На кого ты учишься? Осуждаю максимальное осуждение. Сверхгалактическое осуждение. Максимальное осуждение, которое только возможно. Не поддерживаю. Ужас. Ребята, как это? А долго еще вот это вот будет играть? Какое факинг? Это спокойная музычка, ПЖ, послушай до конца, спасибо. Или хотя бы 15 минут. Еще вопрос. Послушай. 15 минут? Ты попал, и будешь с ним стримить с веб-кай. Но я послушаю. И у меня больше нет мани. Не надо последний донатить, реально не надо. Но спасибо большое за 300 рублей. Эцук Шанель, Эцук Кагуч, она круч твоей, круч всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч, Эцук Шанель, деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе ролик с Гуччи. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче. В секрет-руме три кристалла, мне за сто, сучек, сучек. Рублево-успенская банда, гэнг, щит. Вокруг меня... Спасибо за песню. Блин, прикольно тебе вот сольник сделали, сольник. Какой сольник? Так вот, и... Сейчас на паузу поставлю. Здорово, Лучок! Дочок, вымахал-то какой жениховый разлой! Гордится бабка, давно тебя не видела. Вот тебе и доначу, пересылаю голосовое сообщение. Передавай привет своим друзьям и моим друзьям Чугунову Димоде и мне сосиски, пан пиво. Удачного стрима! Мальчик, микрофон почини, бабушка, мальчик. Мистер Фыф-Фыф, что скажете насчет того, чтобы постримить СП с мистером Пятеркой? А что мне там делать? Я не разбираюсь в технологиях, которые там используются на сервере. Там же строители всякие, РП. А я РП отыгрывал, вот реально, если что-то рассказать. Я думаю, на следующем стриме, когда я уже буду один, ребят, не будет, я буду на следующем стриме один. Мы с вами пообщаемся, я вам порассказываю истории, там все такое. Денег на музыку за 300 скину так, может послушаешь? Это... Хорошего стрима тебе. Сейчас, там очередь. Спасибо большое, там очередь. Тут реально еще очередь. Сейчас я быстро расскажу и включу трек. Короче, там РП, а... Ну, расскажу вам такой мини-секретик. Когда мы с Димой заходили, играли в GTA РП, что мы делали? Мы фармили себе быстренько машину. После этого ехали в людные места в GTA 5 РП. В GTA 5 РП! Сейчас. Спасибо. Вот, мы в людные места ехали и там это... Ну, нарушали всякие штуки, делали ужасные, тут скелетов куча, ребята, помогите. Где ты? Сейчас, я бегу. Я далеко, я бегу тоже. Фух, все, я живу. Есть еда? Это не так. Гимн моего канала. Алмазы. Давай, у меня уже 6, и да еще бывает. Твои, и будет супер. Так, а я уже пошел делать портал, вот. Ну, давай. Ниже спустись. Ну, ой, давай. Железо. Ты вообще дебил, иди факел. Ну. Привет еще раз. Прости, я не мог это не включить. Прости сразу, сорян. Я бы улетел с тобой, не брав парашют. Убрался стрелки на часах, не считая минуты. В этой малышке столько секса, меня бес попутал. Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. И так много... А что смешного? Вот это просто песня. Вы в чате смеетесь. Привет еще раз. А что мне делать? У меня там было куча ресурсов, я упал. Ну возрождайся тут. Ой. Ну ты без ресурсов только. А, ну, дадите? На. Ну, спасибо. На, вот, держи. Если что, Minecraft Hardcore мы когда-нибудь пройдем нормально. Так, сейчас я вот это вот... А-а-а! Ну ты что, дурак вообще, что ли? А-а-а! Ай.
Ну ты на человека с зажигалкой-то не иди. У меня зажигалка вообще-то. Давай, все, прячь топор. Страшно. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Очень душевная песня. Ой. Какой ты лох, сосиска, ну это реально. Смешарик. Оп. Хотелось бы иметь много денег, чтобы скидывать песенки. Но пока так. Последний спасибо, донатик. Спасибо. Не надо. А, последний, если донат, спасибо. Что мне делать? Мне возрождаться? Кто там воет? Блин, я сейчас спрячусь тут, я очень в туалет хочу, реально очень сильно. А я слышу где-то визор этих, ну... Все, я спрятался, я закрылся. Я сейчас подойду, если что, ребята, вы остаетесь за главных. Вот. Да, мы осуждаем, если что. Вот, я сейчас приду, я ненадолго, я сейчас вернусь. Сосиска, ты где? Так я иду, ищу тебя. Так где, так вернись! Так я наверху. Зачем ты наверху? Будь на низу. Иду вниз, иду вниз. Внизу. Голосовуха, я готов скипать. Меня манили ее руки. Спасибо за 200. Сул, спасибо за 100. Давай! Нет, еды. На! 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 А! Фух. Фух. Блин, еды нет, реально. Может, тут есть еда? Оп, нету. Ладно. У меня пол хп, у меня голод. О, привет. Здорово. Это что такое? Откуда они взялись? А ты чё заспавнил? Мне так нечестно. Оп, изи. Давай, сражайся. Я буду усложнять тебе режим. Так. Ну, всё, короче. Усложнил. Ну, получается, что я могу сказать? Меня манили ее губы. Нормально все там. Немножечко мы не справились. Мы старались, но немножко не повезло. Даже с тремя жизнями не справились, умерли. Не фартануло. Но у меня было три жизни. Вот. В принципе, что, как для первого стрима, наверное, хватит. Следующий стрим опять эта рожица в чате. Смеется. Эти бровки. Короче. Для первого стрима, я думаю, хватит. Следующий стрим будет, скорее всего. Добавлю и посмотрим с вами видосы после того, как я фастом пройду Майнкрафт. Я видел, что там кто-то его прошел за сколько? За 8 минут. Я думаю, у меня получится установить новый мировой рекорд. И все, потому что топ-7 это позиция, которая, ну, мне бы хотелось, естественно, выше быть по топу. Хотя бы, я же говорю, топ-5. Хотя бы топ-5. Хотя бы. А то и топ-3, желательно. Все, хорошо. Без песен все дня. Удачного спасибо. Стрима и видос. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, давайте начинать. Что-то нос зачухался. Спасибо, спасибо. Все, сейчас будем начинать. Отвечаю на этот донат, приветики. И мы с вами начинаем. Это я тут. Здорово. Самый нарезчик с 2019 года. Привет, привет. Кто помнит. Желаю Фифову удачного стрима, веселья, позитива спасибо, и всего спасибо, самого спасибо. Наилучшего. Спасибо. Передаю привет Боско, Юлику и всем моим подписчикам. Спасибо, 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 спасибо. Мне не 8, алло, этому видео 3 года. Ну, нет, а все нормально, мы понимаем, да. Сколько тебе? 8? 3 года? 11? Да нет, это... Ну мы посмотрим твое видео, все, мы посмотрим твое видео, посмотрим. Все, поехали, проходим Майнкрафт быстренько, и после этого мы с вами отправляемся смотреть ваши видосы. Быстро пройдем, пройдем довольно быстро. Вот, тут какой-то трек, интересный, я думаю. Слушай. Чуть не забыл. Спасибо. Передаю привет Фиру. Я, Фир вроде в чате, я что-то видел, он вроде в чате. Ой, жесть песня. Я ее не знаю, но пусть играет. Все, создаем новый мир. Итак. Привет. Привет. Мой первый донат. Спасибо. Немного волнуюсь. Не надо. Удачного стрима. Спасибо. Передай, пожалуйста, привет ванильным бомбоятам и привет, ДСК Хаосу меньше, привет, чем 3 привет, харь привет. Улечиться. Ой, я таймер забыл поставить. Спасибо, спасибо, спасибо за донат. О, деревня сразу. Все, таймер там добавите лишние секунды, если что. Нормально все будет. Все, сразу деревня. Мы с вами быстренько проходим Майнкрафт. Не расслабляемся. Ребята, оцените, пожалуйста, мой трек.
Понятно. Осуждаю максимально, осуждаю максимально. Луи Музон, привет, как дела, как настроение? Утром ел кашу на грудном молоке с твоих сисечек. Нормально? Вот нормально все в голове у человека? Вот, ну, нормально? Вот, ну... Это нормальный мир, по-любому. Кидаю видеоматериал, правда маленький. Спасибо, я посмотрю. Я посмотрю, только нормально, без осуждений, пожалуйста. Нормальное, адекватное видео. Не, мир говно, уходим. Оп, все, таймер пошел, это нормальный мир. Поехали, или нет? Да нет, а где деревня? Ну вот тот мир был такой классный, был такой хороший. Там все было так круто. Ой, здесь лавовое озеро. Не, давайте. Все, в этом мире начинаем. Начинаем в этом мире. Поехали. А, иди, нет. А как его? Всех приветствую. В этом видео я научу вас быстро делать портал в ад прямо как спидранер. Вы наверняка уже видели такие видео, где люди за считанные секунды делают портал в ад буквально из одного ведра воды. И вы наверняка задавались вопросом, а как же они это... Быстрее. Раз, два. И с другой, как минимум один. Вот один. Все, выливаем воду рядом с этим блоком. Все, я вспомнил. Точно, точняк. Все, найс. Теперь воду эту можно зачерпнуть. Дальше нам нужно... Все, я вспомнил. Все. Нормально. По времени мы успеваем, все норм. Оп. Отлично. Все, просто нужно было вспомнить. А чё? Ладно, пока здесь сделаю. А чё, как тут? Вот так вот? Это баг? Это... Ёперный театр. Сейчас. Там есть, все норм. Я еще нервничаю, это из-за того, что я нервничаю. Оп, все, найс. Отлично. Оп. Так все, портал готов. Кто там писал, что у меня не получится, смеялись с меня. Смотрите теперь, оп. Оп. Вот так вот делаем. Ведерко берем и можем быстро себе добыть воды. Все, отлично. Сейчас будет. Сейчас костер распалится и нормально будет. Да ну. Осуждаю. Осуждаю. Ты в черном списке донатов. Где он? Вы подпеваете в чате уже? Ай! Ну, первая попытка неудачная, ничего страшного. Плюс меня отвлекли. Осуждаю, реально осуждаю. Ужас. Кошмар, осуждаю это. Лавовое озеро. Показываю. Я воду не взял. Ёпта. Тихо. Ну, лавовое озеро, я его почувствовал, но оно оказалось немного не там. И плюс я забыл ведро воды. Попытка не засчитана немножко. Ничего страшного. Не переживаем, не отчаиваемся. Идем дальше. Здравствуйте, супер съел. Почему вы удалили мой WhatsApp? Чем-то громко.
Спасибо, Харек, но... Но это неугомонный человек, поэтому ладно. Это уже понятно, это все, ему ничем не помочь. Ой, свернулась! У меня свернулась игра, это не я, у меня игра свернулась. Хочу передать пламенный привет ребятам из Фредж чата из ТГК. Ариночка, Наденька, Коленька любимый, Кросс Андес и другие чебуреки. Я вас люблю. Спасибо, свадьба спасибо. С Колей на Nexus Crafty, чекайте. Ого. Вот это признание тут происходит. Сам иди отсюда. От моего голоса мокренький сидит сам, аж сосочки взбухли, я же вижу. Ну, тоже еще один. Ты думал, я поведусь, что это мне приходит сообщение? Ты думал, ну, настолько я не соображаю? Иду к Дане. Пришла к Дане. Жестко дрочит. Осуждаю. Ты что, вообще придурок больной? Вообще, что ли, крышу уже снесло? Вообще уже, там, я не знаю, иди это. Иди реально, попей таблеток каких-то, угомонись, успокойся. Харек, это уже все. Клиника. Да ёшкин кот. Меня сбил Харек, это из-за Харька у меня не получается. Это по-любому он что-то подкручивает и делает. Вода разливается не так, как должна. Я смотрел видео на ютубе, буквально вот. Только что. Изи. Кремень у меня же был. Или это кремень у меня был в предыдущем? Это в этом мире или в предыдущем? Привет. У меня был кремень? Я забыл. Фыф, ты мне давно нравишься. Будешь моим мужем. Нет, нет, отказы нет. Не принимаются, ха-ха-ха. Так это не работает. Должно быть согласие двух людей. Я знаю это все дело. Не надо такое говорить. Ой, тихо. Так. Какой кошмар. За что? Не, ну, конечно, Харек такой, ну, как бы, неугомонный человек, но мне кажется, это перебор. Тихо, нет. Порой нам нужно принять решение. Нет! От которого будет зависеть наша судьба. На, изи, каточка. И не только наша. Найс. Спасибо. Нет, но это была хорошая попытка. Сейчас просто нужно подождать. Оп, нормальный мир, поехали. Забираемся наверх. Слушаю внимательно. Я собака. Осуждаю, ник. Осуждаю хейтера. Осуждаю максимально, осуждаю. Не, это вообще, это уже реально не дело. Это все, это с ума сошел. Мне интересно на самом деле, кто это. Это же по-любому кто-то из тех, кто уже донатил. Или это какой-то новенький зашел. Но я осуждаю максимально, осуждаю, вообще не одобряю, ни в коем случае. Спасибо большое, спасибо, лучше 1, 2, 3. Спасибо. Угомонись, пожалуйста, что с тобой? Почему ты такой неугомонный? Объясни мне. Просто объясни мне. Что с тобой, Харек? Подай признаки жизни. Тихо. Где-то тут лава. Я ее чувствую, сейчас будет. Секс-шоп для пенсионеров «Собес в ребро» представляет товары по ценам 64-го года. В продаже имеются надувные куклы Михаила Горбачева. Кого? Чего?
Чё это было? Это опять Хорёк! Это опять Хорёк! Ты реально, походу, из палаты сбежал, неугомонный. Ну реально же неугомонный. Ну вот скажите, ну просто реально неугомонный. Какой-то псих. Просто неугомонный. Но спасибо, конечно, за донат. Ну где лава? Сейчас я на паузу трек поставлю. Слушаю внимательно. Голосование! Давай. Саня. Угу. Вставай, ты уже покакал. Нет. Покакал, давай вставай. Нет. Хорёк, это тебя там ругают? Я сказал нет. Давай жопу сюда. Это тебя там ругают, Хорёк? Я не покакал. Не покакал, Хорёк. Положи планшет и какай, давай. Положи планшет, Хорёк, и покакай нормально. А то что-то, смотрите, рассиделся в планшете. Я не понимаю. Где? Я не понимаю, где оно. Где? Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо! Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Да ё-моё! Один алмаз — это издевательство? Он сейчас выпадет. Должен. Обязан. Кремень, плиз. Вас вчера выписали, да? Вы вчера домой поехали. О. Да, с чужим ребенком. А как вы это обнаружили? Он черный. Осуждаю, осуждаю. Мулат. Да? Подождите секундочку, пожалуйста. Осуждаю, да, осуждаю, Ваня, осуждаю. Осуждаю, 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 осуждаю. Я просто сначала не понял, что там было, я максимально осуждаю. Я хотел сначала сказать, что это походу запись Харька, как он там в этой выписывался из больнички. Это намек на рекорд. Вы понимаете? Это намек на рекорд. Я осуждаю максимально, Харек. Все-таки не. Все-таки не угомонился и все равно вот такой вот продолжает делать. Притом каждый стрим он приходит. Ну, ладно, не так много стримов было, но он приходит буквально каждый стрим и делает все время одно и то же почти. Реально неугомонный. Так раз три железа. Вы понимаете, что все намекает о том, что это сейчас будет установлен новый рекорд? Вы понимаете вообще? Все об этом говорит. Все об этом говорит, все намекает, вообще все. Сколько сейчас? Нормально, втиснемся там в рекорд, обновим его, может. Хотя я уже в топ-7, но типа, не знаю, может им нужно его обновлять. В любом случае, вы же понимаете, да, что это разминка перед бурей. Вот так, все, отлично. Оп, 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 оп. Пустите, плиз. О, нам куда-то сюда. Ну я же слышу, куда мне? О, вот, вот, вот. Ой, 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 ой. Тихо, 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 тихо. Оп, оп. Тычку дал, два удара. Ах, ты ж в спину напал на меня. Ну все, изи, найс. Все, мы с вами сейчас быстренько ищем спавнер. И после этого, вот он. Это намеки на рекорд. Это реальные намеки. Тихо, 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 тихо. Ай, 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 нет, 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 нет. Это Егор Крид. Мне кажется. У меня есть подозрение. Я очень рада, что ты начал стримить. Спасибо. И решился показать. Спасибо. Лицо. Ты очень изменился как характером. Спасибо. Так и внешностью. Спасибо, спасибо, спасибо. Короче, у меня есть кое-какая идея. Короче, у меня есть кое-какая идея. Сейчас, я ее чуть-чуть спланирую. Я все продумаю до мелочей. Мне нужна будет ваша помощь. Вообще всех.
пока можете подписаться на телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм-канал, заходите, ставьте там лайки, не ставьте всякие другие эмоции, можете ставить только лайки. Факи не ставьте. Смотрите, что мы делаем? Короче, я беру себе ресурсы из креатива, только тихо, Я беру себе ресурсы из креатива, ну такие, знаете, там чуть поломанную кирку, там все такое, вот это вот беру. Отправляюсь в Эндермир, фастиком в креативе, дракончика, кроваткой, и того, и этого. И после этого, я ставлю на паузу, мы ждем таймер, чтобы он прошел на сколько? Ну тут он прошел за сколько? Ну за 8 минут. Мы ждем таймер на 8 минуте. Я говорю после этого, камера, мотор. Вот просто кодовые слова. Камера, мотор. И после фразы мотор вы должны сделать клип. Клип. Как дракон, типа, якобы, ну, это. Там этот опыт падает, все такое. Вот, короче. Все, вы поняли, да? Я говорю, камера, мотор, и вы делаете клип. То есть, чтобы не было в клипе слышно камера, мотор, просто вот в клипе я такой говорю, да, мы прошли Майнкрафт. Подождите, сколько там времени прошло? 7 минут, мировой рекорд! Вот так вот. Вот такое вот мы с вами делаем. И потом по всем пабликам, вы понимаете, что по всем пабликам никто же не будет проверять, просто посмотрит вот этот вот клип, вот этот вот 10-секундный отрывок, увидят, что 7 минут, зайдут на сайт официальный, посмотрят, увидят, что я до этого был в топ-7, а сейчас, типа, ну, я реально топ-1. И, типа, по всем новостным пабликам будут говорить, везде выйдет, там, я не знаю, на всяких форумах, там, Reddit, еще что-то, будут вот этот клип кидать и говорить, что New Minecraft World Record, там, все такое. Как вам? Давайте. Все, вот так вот. Но я нормально все делаю. Все, главное, делайте клип после камера-мотор. Вот я говорю, камера-мотор. Ну, значит, на таймере будет 7 минут. Я говорю, камера-мотор, делайте клип. Получается, он будет вот так вот, ну, идти с момента, как уже дракон там проходит. Я такой альтабуюсь, говорю, сколько времени? 7 минут! Да, типа, да, еее! Вот такой вот. И назовите клип... Новый рекорд в Майнкрафте, там что-то такое, или там новый рекорд в Майнкрафте / New Minecraft Record. Вот так вот. Все. И получается, будут смотреть, когда этот клип, будут смотреть, что я прошел Майнкрафт за 7 минут. Хотя по факту я, ну, как бы дал себе ресурсы, подождал, пока там на таймере будет 7 минут. И на самом деле, ну, я прошел по факту Майнкрафт тогда за 7 минут, но немножечко. С такими всякими штучками. И в этот момент в чате пишите, что я в истории, да. Вот такое вот, все. Слушаем песенку. Я пока буду подготавливаться. Еще, я думаю, можно опыт. Вот так вот. Теперь, оп. А чё урон не наносится? Сейчас, мне надо урон получить. Поломаем с вами чуть инструменты. Ну, типа, новые почти. Все, сейчас. Установим рекорд и пойдем смотреть видосы.
Я вообще-то про профессию, а не про твои рекорды. А, все, я понял. Не-не-не-не, профессия тоже не надо. А ты же не знаешь, вдруг я ученый. И ты вот такое вот говоришь. Поэтому в любом случае, не знаешь, лучше иногда промолчать. Слышал такое? Сейчас. Мы с вами установим рекорд быстренько. Сейчас. Мне надо еще, знаете, что взять? Креатив. Кровать. Еще одну, на всякий случай. Сейчас. Типа, вот так вот я кровати добыл. Ну, короче, типа у меня вот кровати одни, я подготовился прям вообще отлично. Вот так. Вот так вот. Все, найс. А, и эти глазики. Класс. Эндер. Во. Оп, отлично. Вот так вот. Типа я простроился. Сейчас мы все сделаем. Типа я такой вот строился. Вот так вот простраивался, забирался наверх. Сейчас. Оп, отлично. И теперь сейчас, смотрите. Первый. Второй. Третий. Мы здесь с вами еще сделаем вид, что я типа строился. Вот так вот столбик такой. Ну, типа, тут прям вообще ПВП происходило жесткое какое-то, да? Так вот, столб. Я такой забрался. Сюда. Потом от этого столба. Таймер пока не надо. Не-не-не, таймер пока не нужен. Сейчас, подождите. Я же не знаю, может, я не справлюсь сейчас за это время. Таймер мы успеем еще поставить. А, хотя нет, пускай идет. Все, таймер пускай идет. Когда будет 6-я минута, я его остановлю. Когда будет 6-я минута. Так вот. И вот так вот. Все, отлично. Дальше, следующее получается, что у нас будет. Пауза у меня вроде таймера на 5. Да, все, отлично, найс. Все, таймер пускай пока что идет. Я скажу, камера, мотор. Мотор, ключевое слово. Лук и стрелы. Ну да, можно типа лук взять. Нет, зачем? Я же типа без лука это все сделал. Я его кроватями, вы поймите. Типа я его кроватями. Я же буду вот так вот стоять. Вот так вот буду стоять. Дракон там это, я вот так приближу, или просто вот так вот стану, такой, да, вот так вот это все будет. Так кристаллы верни. Да кто это увидит или увидит? Ай, зачем я это сделал? А как их вернуть? Ёшкин кот. Сейчас, я тут фастиком. Сейчас сделаю. Ладно, молчу, раз тебе так хочется. Не обижайся. Сейчас. Вот, все. Все, тихо. Не обижайся, пожалуйста. Антилопы. Не обижайся, без обид. А как их поставить? Зачарую ботинки золотые, типа в сундуке нашел. А, оно не будет видно. А как? Подождите, он хилиться будет. Да, он будет фулл хп. Сейчас, я думаю, вы подождите немножко. Короче, в целом, я думаю, нормально. Вот так вот пойдет. Тут косточка у меня будет. Лук, если что, возьму. Да, реально, давайте возьмем лук. Типа, вдруг мы там что-то это как-то... У нас там что-то случилось. Мы такие берем лук, стрелы на всякий случай. Теперь game mode survival. Пока что нет. 2 минуты, еще ждем. Ждем. Использую, я знаю. Я сейчас это сделаю. Давайте быстро. Сейчас. Забираем. Типа я вообще его использовал. Ну, нашел лук и стрелы, вот так вот повезло мне. Да отстань от меня! Да отвалите! Я занят. Отстань! Козел, а? И чё?
И чё? Легче стало? Сейчас, тихо, тихо. Вот так. Все, найс. Теперь гейм мод креатив. Фух, ёпта. Смотрим наверх. Сколько? 3 минуты. Ждем еще. Ждем, ждем, ждем. Готовы? 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 Все. Вы готовы? Реально готовы? Готовы? Тихо, тихо. Я не обижаюсь. Все хорошо. Удачи в установлении спасибо. Рекорда. Спасибо большое. Спасибо. Извини, реально, если обидел как-то. Извини. Ой, ой, ой. Все, камера, мотор. Камера, мотор. Поехали, камера, мотор. Так, давай, спускайся, спускайся. Ой, таймер. Так. Камера, мотор. Смотрю. Да ёшкин кот. Мотор, мотор. Ну чё ты сегодня? Спит без тусика? Осуждаю, 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 тут рекорд. Ай, 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 ай. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп, найс, 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 найс. Мотор, 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 мотор. Включайте камеру, мотор. Мотор, мотор, мотор. Мотор, 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 мотор. Мотор, 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 мотор. 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 Сейчас, 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 давайте сделаем по-другому. Сейчас, я скажу, когда мотор, я скажу, когда мотор. Скажу, когда мотор. Не сейчас, не сейчас мотор. Не сейчас, не сейчас. Да иди сюда ты! Надо, чтобы он подлетел. Сейчас, ждем, 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 ждем. Ждем, 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 ждем. Ждем. Я скажу, когда, ну извините, ну нервничаю, переживаю, тут рекорд новый. Сколько там времени? Ой, 6 минут, на паузу ставим. Я скажу, когда мотор. Время я поставил на паузу, все норм. Ай! Так, так. Где он? Ну давай сюда! Быстрее! А че, он будет спускаться? Я приготовлю кровать. Все, начинайте писать, что вы в истории, и клипы готовьтесь сделать. Готовьтесь. После фразы мотор. После фразы мотор. Сейчас. Мотор, мотор, мотор. Делайте клип. Все. Ну, обрежьте там нормально. Так, 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 так. Так. Найс! Это рекорд? Это рекорд? Это рекорд сколько? 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 За сколько я прошел? 6 минут! 6 минут и... Подождите, стоп, 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 стоп! Быстрее, быстрее, быстрее! 6 минут и 15 секунд? Вот, все, 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 вот, все показываю. Вот Майнкрафт. Это рекорд, подождите, реально? 6 минут 25 секунд. Стоп, я таймер там не поставил, но в любом случае это можно будет пересмотреть нормально. Стоп, подождите, 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 мне интересно. Какой рекорд? Первое место, 8 минут и 1 секунда. Я прошел Майнкрафт за сколько? За 6 минут 26 секунд и 66 миллисекунд. Там что-то происходит? Это реально? Я установил рекорд мировой по Майнкрафту? Реально? Реально? Сид показать, да, точно, Сид. Вот Сид. Вот. Вот Сид. Вот. Вот. Показал. Настройки. Показал. Все, найс. Все, отлично. Хорек, слушаю внимательно. Давай. Таджикистан. Нас никогда никто не сломает. Мы таджики, мы носители корон. Смелые мы духом, ты со мной, братуха. Вместе будем силы, не страшны нам эти муки. Встаем за лупа, встаем за лупа, встаем за лупа. Слушаем. Удиви, давай, удиви. Вот реально, давай, вот чтоб я удивился. У тебя будильник заиграл, вставай давай быстрее. Или это где? Это в палате? Таблетки пора принимать или что? Что?
Встаем за лупа, встаем за лупа, встаем за лупа. А ну-ка, чё ты там? Осуждаю. Максимально осуждаю. Я максимально осуждаю. Максимально осуждаю. Все, после такого, теперь, когда я буду на малейшую хоть миллисекунду отходить куда-то, я осуждаю. Максимально реально осуждаю. Теперь, даже если на микросекунду я буду куда-то отходить, я буду скрывать донаты. Все, изи. Хорошо, что не отошел. Осуждаю. Естественно, осуждаю, не поддерживаю ни в коем случае. Это вот, ну вот, все. Я осуждаю максимально. Донаты я скрыл, я сейчас приду быстренько. Переигран. Ждал там, хотел. Поджидал момент. Ага, все. Я сейчас буду. А младшая сестра заботилась о том, чтобы ночью сияла луна. Только так сестры могли сохранять гармонию в своей стране между всеми пони. Магию элементов гармонии. Так. Она защитила не только младшую сестру, так, но и всю страну. Угу. Ныне старшая сестра стала заботиться луной и о луне. Солнце и луна. В стране Эквестрии. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Мы будем смотреть все 22 минуты, мило, мультфильм «Дружба. Это чудо» про пони, магия, дружба, один часть? Какое до конца? Тут, если честно, если вот правда, мне была интересна история вот эта вот, история. А дальше что тут? Тут дальше всякий экшен, тут надо, ну, смотреть. Слушаю внимательно. Посмотри вот это тоже. Посмотрю, спасибо. Празднование Дня Солнца. Спасибо большое. Едой. Конечно, а как иначе? Ну, 22 минуты, вы чего? У нас там куча видео. Да какое ЧСВ? Ну, я не хочу просто смотреть видео 22 минуты пони. Понимаете? Значит. Речь дальше может показаться вам обычной выдумкой. Каких миллионы на просторах всемирной паутины. Но конкретно в моем случае... Это чистая правда. Я решила поделиться этим только потому, что больше не могу держать все в себе. Даже если вы сочтете меня сумасшедшим. Руки дрожат уже, я страшно. Я не сильно обижусь. Мне страшно, реально. Уже нечего. Руки дрожат. Все началось в день, когда я сильно задержалась на работе. Так. Тогда в офисе произошел серьезный инцидент. Какой? Но я думаю, вам не очень-то интересно. Мне интересно. Об этом. Суть лишь в том, что после всех этих разборок я адски устала. Уже в каком-то полудреме загрузила свою сонную тушу в такси. И, оказавшись в салоне, почти сразу отключилась. Помню, как недовольный и не менее уставший таксист разбудил меня, когда машина подъехала к подъезду. По лестнице я поднималась почти что ползком. Слишком страшное видео, сори, мне еще спать нужно будет. Поехали. Сразу скажу, немного страшно. Смотрю внимательно. Диснаф и Фыва, хейтер, плюс клип, в скобочках мой подарок на день рождения. Моя красивая, конечно. Что там у нас по ютубчику? Что за хуйня? Серьезно, нельзя оценивать. Ну, Фир же сделал трек по Рофлу. Или Фир на серьезно? Ну, у каждого свой музыкальный вкус, я не осуждаю. Ну, Фир же сделал трек по Рофлу. Или эфир на серьезно. Ну хорошо, давай по порядку, я тебя выебу, ты сядешь на грядку. Ты-то хотел погрузиться в YouTube. Ну и где твои ролики, друг? Выв на связи, из-под темки вылазит. Это все, что ты смог, ебать, стиль твой опасен. Ты сказал, что трек с Фиром, а полный кринж на тех, кто меня обидел. Выпуская я дис. Материться перестал, привел пример для молодежи. Но все тебя засрали, ебать, ты безнадежен. Ты говоришь, что ЦУ в антигрифе придумали. Но я помню те видео, как ты лично настругал. Спросите, как? Я отвечу. Я в этих роликах был оператором. Раньше было лучше, этот факт тебя расстроит. Не могу, иначе меня не перестроить. 100 людей закрыл, ты победил по жизни. Ну а что сейчас? Ты проебал все смыслы. Хайп давно усох, но ты даже не старался. Ты, блять, как Амина, когда ты снимешь маску. Сторис в инстаграм, как ты стоишь, паришь. Но сам в интервью скулишь, что курить это, блять, плохо. Ты такой еблан. Это плохо. По факту это плохо. Я об этом говорил.
Материться перестал, на лавиской отписку заслужил. Ебанато. Это сейчас была пародия на типичного хейтера Фуфыва. Я Фуфыва люблю. Так что. Все, всем пока. Всем спасибо. Да это на переходе. Как мне это оценивать? Не, у меня есть какая-то идея. Ну, извините, ну там просто, ну реально, ну это ж кринжа какая-то. Ну реально, кринжа. Постарайся, сделай еще один, давай еще один дис. Только, ну, получше, рифмы там, все такое. Сейчас. Подождите, я скрыл экран? Скрыл. Не буду такое делать. Вдруг он жалобу репорт кинет, обидится и канал мне забанит. Я хотел кое-что сделать, ну ладно. Я хотел включить вот это. Ну загрузись, пожалуйста, мне ничего не работает. Во, вот это хотел включить. Ну вы поняли, да, что я хотел сделать? Ну вы поняли, но я не буду этого делать. Не, реально, я просто не знаю, я новичок на Твиче, мало ли что там. Но вы поняли, что я хотел сделать, наверное, вы поняли. Но если не поняли, то ничего. Но я, в принципе, ничего не хотел такого делать, просто вот вам включил песенка, вот эта вот. Техно-песня про курицу. Вот такая вот песенка. Ничего не понял. Ну все, тогда ладно. Я просто реально, я не знаю, но мало ли, вдруг так нельзя. В общем, что сегодня было на стриме? На стриме было вроде весело, было прикольно, было классно, было круто. Видосов посмотрел мало, потому что, ну, в целом, я не знаю, сколько уже стрим идет. Стрим идет 2 часа и 30 минут, для меня это пока что еще много. Я, если честно, немного устал, потому что все же я сегодня установил мировой рекорд по прохождению Майнкрафта. Для тех, кто не знает, мировой рекорд был поставлен. Официально все есть, и есть даже клип этого мирового рекорда. Я сейчас его вам скину, одну секунду. Один момент. Вроде вот этот вот клип. Я прошел. Да, вот. Вот клип мирового рекорда. Пожалуйста, вот, можете сами посмотреть, убедиться. Вот он. Пожалуйста, распространите данный клип, чтобы все знали, что теперь я нахожусь на топ-1. Я теперь топ-1 по прохождению Майнкрафта. Напомню, что первое место прошло Майнкрафт примерно там за... Ну, игрок прошел Майнкрафт, записано, официально задокументировано, что он прошел Майнкрафт там где-то за... Сколько? За 7 минут, за 8 минут. Я справился с прохождением Майнкрафта за 6 минут. Это для тех, кто новенький, только подключился на трансляцию. Вот есть клип, можете посмотреть, пожалуйста. Вот это вот все. Прожимайте сейчас кнопочку follow, все прожимайте кнопочку follow, фолловьтесь на канал, давайте прожимайте кнопочку follow. Вот, а клип этот можете даже на форум там какой-то закинуть, ну, чтобы все увидели, что новый мировой рекорд поставлен. Все, прожимайте кнопочку follow, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте там лайки, ставьте лайки и сердечки. Все, другие реакции не нужно, я их по приколу подсоединил, только лайки и сердечки. Вот. Пальчики вверх и сердечки ставьте. Все, всем пока. Сделай капельку. И рожица вот эта. А, нет, зачем я сделал? Я что, обезьянка, что ли, чтобы вот так вот по приказу что-то делать? Я просто сделал, потому что мне захотелось. Вот, мне просто напомнили. Я хотел это сделать, мне просто напомнили. Вот, поэтому все, не забывайте распространять клип про то, что я теперь официально, я теперь топ-1 спидранер по Майнкрафту. В принципе, на этом все. Огромное всем спасибо за стрим. Всем пока. А где остановить? А, вот здесь. Оп.